Я домой приду, и Нинка моя спросит, почему я дома не ночевал. Я ей отвечу, а вы со стороны посмотрите, естественно или нет. Ладно? Договорились? Вот ты, если, например, вот ты, если сегодня домой не придешь, Нинка тебе спросит, почему не пришел? Что ответишь? Не чешись. Не. Скажешь, что был на концерте у Петросяна, правильно? И что у тебя будет? Убьет тебе жена, потому что ты ее не взял, правильно, с собой? Кстати, ты Нинку мою не знаешь? Не знаешь? И ты не знаешь? Ну что ты? Вот смотри, я тебе покажу. Вот я Нинка, а тебя как звать? А? Саша, вот смотри, я Нинка, ты Саша. Вот ты увидишь, что такое Манинка, смотри. Саш! 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 Что, что? Сразу что? Не знаешь чего, что? Сразу что? Саш! Чего мне нервы портишь сразу, я? И что сразу на скандал, я? Слово не дашь сказать. Саш, ты здесь? Ты здесь? Здесь. А что ты сразу не сказал? Вот моя Нинка, понял? Значит, смотри, девчонки, если кто может с Нинкой быть, попробуй. Я тебя попрошу в красненьком, можешь? Да. Тебе попрошу. Значит, смотри, я как домой приду, Нинка меня спросит. Почему ты дома не ночевал? Ладно, мы сейчас остановим. Попробуй. Можешь спросить, почему ты дома не ночевал? Попробуй. Почему дома не ночевал? Мать, ты меня обезоружила. Если у меня Нинка такая, то она другие вопросы будет задавать, понимаешь? Почему ты дома ночевал? Не надо так сексуально, уж так уж совсем. И без придыхания. Ладно. Женщина в шапочке. Тебе прошу. Вот я, вот тебе в шапочке. Ты тёщей моей будешь, поняла? Смотри, ребят, кто свистеть может, свистни кто-нибудь. О, чайник будешь, понял? Мать, смотри. Как только он свистнет, свистни. Свистни, ну. Ты сразу вскипаешь. Я был зарплаты! Мать, поняла? Мать, поняла? Мать, ты поняла? Попробуй. Где был зарплаты? Мам. Мама. Мам, ну ладно, спроси, ладно, мам? На тебе надежда. Нин, тогда ей микрофон дашь, потому что она... Смотри, а я буду выкручивать, мужики, помогай, если не так. Значит, все, я домой иду. Если неестественно, говорить неестественно, ладно? Неестественно. Правильно, неестественно. Вот мужик молодец. Потому что что я буду пешком на третий этаж подниматься? Лист, молодец. А если бы не ты, я бы тут мучился бы, пока на третий этаж. Эти бы смотрели, как я иду. Давай, лифт. Не работает. Умный. Доехал. Открыл дверь. Дверь звоню. Почему дома не ночевал? Нин, ты бы сначала поздоровалась. А потом, Нин, я просто в дверь не звонил, боялся тебя разбудить. Я здесь за дверью стоял, Нин. Нормально, естественно. Нет, правильно. Нинка спросит, а почему же собака не залаяла? Я скажу, Нин, боялась, что ты не поверишь, что я пришел. Давай другую версию работы. Давай, Нин, еще раз. Я в дверь звоню. Звонок сделай кто-нибудь. Звонок сделай. Мать, с опытом, молодец. Звонок. Нина, давай. Спрашивай. Кто там? Нина, а кто кроме меня к тебе может прийти? Мало ли кто. Кто там? Тебе одна фраза, почему дома не ночевал, а не кто там? Нин, ты чего сюжет меняешь?
Не, ну спроси, ладно, давай. Почему дома не ночевал? Ко мне! Ко мне! Чует своих. Нина! Нина, а почему ты дома ночевал? Нина, ты посмотри, что в мире делается! Ты смотришь телевизор, полюса меняются, Нина! Через 200 тысяч лет все наоборот, Нина! И мы с ребятами, я, Серега и Василов, решили создать фонд! И скинулись. А твое какое дело? Ты откуда взяла? И что у нас соседи дома сидят? Мать! Чайник! Мать! Чего? Чего, мать? Мам, как вы себя чувствуете, мам? Я ж тебе говорю, я фонд, чтобы у тебя магнитные бури на тебя не влияли, мама! А? Мам, что ты бледный такой, мам? Вот у Сереги горе, его теща уехала надолго домой. А у меня радость, мам, я все время тебя вижу перед собой. Нин, ты что спросишь, нет? Не обижай маму. Как ты с ней разговариваешь? Нина! Давай зарплату. Нина! Я из-за твоей матери в этот фонд вступил. Ты включи телевизор завтра и увидишь. Полюса на месте, Европа уже без наводнения. Вот туда, мать, наши деньги и пошли.